Что, приветствую всех, друзья. Сегодня у нас на обзоре вот такое вот китайское чудо. Сокровище. Авито. Написано, что это замечательный набор 10-дырочных гармоник. И на китайском, и на английском. И вот в таком чудесном кейсе все это находится. Сейчас открою и расскажу, как ко мне попало это чудо и зачем вообще я его приобрел. Так, вот такие здесь металлические застежки и вот такие вот гармошки. Да, сразу скажу, должно быть действительно их 7 штук. Одной не было в наборе, в тональности ре. Как же ко мне попало это замечательное чудо китайского музыкального промышленного комплекса? Очень давно мне хотелось попробовать гармошки вот с этой надписью Golden Cup. Вот. И меня поражало, что они весьма дешевые продаются и очень быстро их покупают. То есть только я его забрасывал, эту гармошку себе в избранное, думал, как-нибудь куплю, и моментально они улетали. А тут вот один человек, дай ему бог здоровья, продает целый набор. И еще в таком замечательном кейсе. Ну, на все на это я посмотрел, подумал. Вот, думаю, надо брать, а то не будет опять провороню. И решил взять все сразу. Значит, что у нас здесь? Ну, замечательный кейс, как я уже сразу сказал, с такой чудесной надписью, которая, конечно, ни о чем не говорит. Тут еще написано, что это совместное китайско-иностранное производство, какой-то Янг Винг, Янг Джинг, музыкальные инструменты. Ну, в общем, понятно, все серьезно. Какие же здесь есть тональности? Значит, соль. Ну, вначале, наверное, там понятно, на каких я играл. Значит, ля. Дальше у нас си. Причем не си бемоль, а прям си. Редкая гармошка. До. Ми. Вот так ре должна быть. До, ре, ми. Ну и по логике вещей. Фа. Фа. Что хочется сказать? Гармохи весьма себе такие неплохие. Легкие. Вот. Ничего я в них ни в одну не лазил. Так немножко протер их. Вот, сифонят, но некоторые из этих играют не хуже, чем Silver Star. Сейчас сыграю на низких тональностях, на любимых, высокие не люблю. О, не ту сторону. Ну, вполне себе так. А с перегрузом так вообще она отлично звучит. И с этой сипловатостью с такой. Ну, что могу, на ля что-нибудь сыграть. Такая неплохая. Что же делать с этим китайским сервизом и зачем я его купил? Ну, сразу понятно, что купил я его ради кейса, ради такого чудесного чемоданчика
весьма себе прочного, с золотыми застежками, с синим бархатом внутри, между прочим. А гармошки я, можно сказать, взял просто так погонять. Все я их продам на Авито, тем более раскупают их быстро. Вот, ну, такой небольшой сегодня обзор. Хотелось поделиться вот этим китайским сервизом. Покупкой я доволен. Интерес я свой удовлетворил в полной мере. Ну и, как говорится, спасибо вам за внимание. Всем желаю, как всегда, успехов. Как всегда, желаю всем творческого вдохновения, побед. Ну, а самое главное – здоровье. Нет, не так. А самое главное, как показать-то, ё-моё.